проливаешь жизнь на It's time for our next run, which will be No More Papers, Please, ran by Paddy 2. Paddy, take it away. Ну да, собственно, на самом деле вот игры где-то от 2000-х очень хорошо сохранились. Это вот такой, на самом деле, очень беспроигрышный вариант, во что поиграть. Раньше еще спорно. Hello. The Buttery Roy is up in the heavens. Because he's not here inside. Yes, which makes Mitch Mage Показывают игру. Connected with the cutout behind you. Yes. There he is. If you. Just walked in right now. I see somebody else has put a bag of Smash next to me, so thank you for that. Yeah. Delicious. Should I open it for you? Ну, вот тут даже картоночку подогнали. С раннером? Или не, это какой-то другой чел. Просто они, у них борода и усы похожие. Видимо, чел какой-то не смог прийти, и вместо него подогнали картонку. You'll see, it is absolutely bureaucracy simulator, so... Yeah. Patty, let's see what you got, buddy. All right, let's start. 3, 2, 1. Ну, у нас вот это такой симулятор клерка. Absolutely. Great. Because we love bureaucracy. Absolutely. Yes, we love it. So in total we have 136 papers to either sign, stamp, scan or all of the above. То есть, если вы являетесь офисным работником, то у вас, наверное, всплывают какие-нибудь флешбеки. I personally have never seen the game before, but as a fellow German, I can definitely relate to no more papers, please. Yes. Please. I've only seen it 2 days ago. Ну, вообще, игра немного похожа на Papers, Please, потому что мы должны копаться с документами, там различные печати ставить. So, Nordic, how did you find this game? So, as you know, I was looking for, you know, short, weird games to run, because that's kind of my thing after, you know, doing Good Time Garden and other fun weird games. Вообще, блин, короче, я скажу, что мне эта игра сейчас напоминает. Если вы знаете прекрасный клип под названием Flat Beat, где... Такая кукла сидит на кресле босса, курит сосиску и подписывает различную хрень. И там еще музычка офигенная. По-моему, мистер Ойза зовут исполнителя. Там кукла вот это в свое время очень сильно хайпанула. Интересно, а на стриме, если вот как бы на самом марафоне, можно ругаться? Блин, я на самом деле... Блин, если я мог бы на марафон подключить музычку, я бы прям вот этот трек бы включил. Плоский пяточек. Как раз было бы атмосферненько. Или вот прям бы на марафон бы, короче, сунул этот видюшку клипа. Или хотя бы гифку, если есть. Yes. Are we getting paid for this? No. God damn it. Just like real life. Unbelievable. So what happens if you just, you know, rage quit and shredder everything? Вот тут спрашивают, что происходит? Пробовали ранее, короче, rage quitнуть и просто все бумаги в шреддер отправить, а ранее такой, блин, я этого не пробовал. No, sadly, no. How do you get onto that? Oh, no. Not another portal moment. Actually, we needed a
picture of Nordic on the desk in the game, don't we? Because he's not here right now. I mean, he is here, but not here. So he needed to be there, right? Вообще, я тебе понимаю, почему эта игра называется No More Papers, Please. Как бы, я понимаю тех людей, которые работают там 8-5. Вот так вот сидят, на них бумажки летают, и они что-то с них делать должны. And there's a QR code to scan if there's a QR code. And all of those things have to be done in order to, you know, feed the paper into the scanner and have it actually accept it. If you see something that is stained, yeah, you can shred it. And, yeah, if you read what each of these things is, some of them are kind of odd, right? I mean, you can see a couple party plans on there, a memo 201. Ну, вообще, сейчас вот мало кто это заметил, но в игре происходит маленькая драма, там, на мониторчике чат, что главному герою пишет жена, говорит, что ужин стынет, а ты все еще на работе. А чуваку самому хочется поесть там вкусных блинчиков. А он сидит на этой работе. Не, bad ending — это не только развод, но при этом ты остаешься на этой работе навечно. By the way, Patty, now that you've gotten most of the way through the day, you don't actually have to put the stamp in the box. You can stamp the paper pretty much anywhere you want. Не, ну вообще правильно, как бы. Sounds like a glitch. Как бы еда остынуть не должна. You're cheating on your tax returns here. Hello. I like the elevator music background. It's very chilling. I mean, how else? У меня, кстати, тоже такая же подпись. О, все? That's day one complete. Day one. Yes. Yes. Well, how many days do we have to do this? More. Oh, wait, we're here forever. It literally says, though, we're here forever. The next day. No more overtime. Let's see how that plays out. That was Order 66. I saw it. I saw it. Well, this guy is still hoping. But here we go. The best intentions. We're going to get some flowers for wife. Mm-hmm. Gonna run out of here early. Mm-hmm. One more paper to put in. Also, time is coming up. A little bit of oh god. Yeah, just a bit. Just a bit. Just a bit. I'm getting ready. Только закончу работу. Ой, короче, есть офигенный аниме, называется Агрецка. Как сейчас она называется? Блин, офигенная вещь тоже про офис. Там тоже есть такой момент, когда главный гений заканчивает работу, а там начальник подходит с кучей стопкой бумаги, говорит, на, заполняй. Alright, yeah, I guess that's from all of us. Cathal, if you have anything to quickly say? I do have one more donation, if we have the time. Yeah? Go ahead. We have a $50 donation from P.S. You Love Me 116, saying, wish I could stay up to see Ruffled Bricks run Worms 2+. But I'm glad there's days left of the marathon to see live. And the donation has been split up into multiple incentives. $5 for the Worms 2 voice bank, $15 to Sonic... Ну, чел за донатить 50 бачей, я разделил их на много донатных интенсивов. Больше мультик не аниме, но... Можно тут вступить в полемику на
насчет того, что же является аниме, и то, что как бы на самом-то деле называть аниме мультиками — это не такая уж и оскорбительная вещь, потому что технически такие есть. Но как бы я, пожалуй, это пропущу. Screen to set up for our next run, which, if I am not mistaken, will be Broforce, yes, by Killer Chair. So if you're ready for some puns and some memes,